Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 10 тайн мира, о которых боятся рассказывать. Из этого видео вы узнаете следующее. Что происходит в треугольнике озера Мичиган, который пугает путешественников больше, чем Бермудский? Могла ли существовать межпланетная программа обмена между землянами и другой цивилизацией в 60-е годы 20 века? Почему древнее захоронение в провинции Цзилинь Китая изобилует черепами с вытянутыми затылками? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этом видео мы хотим продолжить рассказывать вам о тайнах мира, и в этот раз коснемся тех тайн мира, о которых боятся рассказывать. В этом видео будут представлены самые разнообразные тайны, от загадочных исчезновений до теории о подземной цивилизации. Все эти тайны объединяет одно: они никого не оставят равнодушными и, думаем, подарят много положительных эмоций при их просмотре. Итак, приступим. 1. Неразгаданная тайна побега из Алькатраса. В июне 1962 года. Алькатрас – одна из самых знаменитых и неприступных тюрем мира. Истории ее заключенных и бесплодных попыток побегов становились основами легенд, фильмов и литературных творений. Но так ли уж неудачны были побеги? Может быть, все же кому-то удалось? 21 марта 1963 года была закрыта знаменитая американская тюрьма для особо опасных преступников Алькатрас, также известная как Скала. Расположенная на одноименном острове у побережья Калифорнии, она в свое время считалась самой защищенной на территории Соединенных Штатов. Предположительно, за 29 лет эксплуатации тюрьмы не было совершено ни одного успешного побега. Но утверждать наверняка нельзя, поскольку трое заключенных, которым удалось вырваться с острова в 1962 году, так и не были найдены ни живыми, ни мертвыми. Ряд факторов косвенно указывает на то, что они выжили, пересекая залив. Прежде всего представим, насколько маловероятной была сама идея сбежать из этой тюрьмы. Остров Алькатрас находится более чем в 1,5 километрах от берега. Ледяная вода и сильное течение обеспечивают его естественную изоляцию. Снаружи здание было обнесено высоким забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. На трех заключенных приходилось по одному надзирателю, при этом каждый преступник содержался в одиночной камере. Однако в июне 1962 года трем мужчинам удалось обойти все эти препятствия. Изощренный побег осуществили Фрэнк Моррис, осужденный за ограбление банка, и братья Джон и Клэренс Энглины, неоднократно судимые за кражи и угоны автомобилей. В деле был еще и Алан Вест, но ему не удалось вовремя выбраться из камеры. Все они прежде предпринимали попытки побега, за что и были переведены в Алькатрас. Подельники занимали соседние камеры. Прознав, что старая система вентиляции над их блоком, в отличие от остальных, не залита бетоном, заключенные решили пробраться через нее на крышу тюрьмы. К вентиляции вел узкий служебный тоннель, проходящий как раз за стеной их камер. А в каждой камере имелось вентиляционное отверстие 10 на 20 сантиметров. Моррис стал разработчиком проекта, а трое других на первом этапе были заняты изготовлением необходимого оборудования. Заостренную металлическую ложку они спаяли с украденным мотором от пылесоса, использовав вместо канифоли серебро от 10-центовой монеты. Получилась импровизированная дрель, которой заговорщики почти год по очереди сверлили стену вокруг вентиляционного люка. Шум заглушала музыка, которая ежедневно в течение часа играла в блоки. Повреждения стены они скрывали фальшивой решеткой, искусно сделанной из листов картона. Параллельно преступники выменивали у других заключенных ветровки и прорезиненные плащи, из которых соорудили плот размером 2×4 метра и спасательные жилеты. Весла вырезали из фанеры. Кроме того, для того, чтобы их исчезновение преждевременно не заметили надзиратели, совершавшие ночные обходы камер, мужчины изготовили куклы из папье-маше и муляжи человеческих голов с настоящими волосами, собранными в парикмахерской. 11 июня 1962 года после отбоя подельники накрыли куклы одеялами и пролезли в тоннель через дыры в стене. Только Вест, как выяснилось, так и не проделал отверстие достаточных размеров, и бежать решили без него. Разогнув решетку, закрывавшую неработающий вентилятор, троица выбралась на крышу и спустилась к воде по водосточной трубе. Там они надули плот с помощью заготовленной небольшой гармоники. Примерно в 10 вечера беглецы отплыли от берега. На этом следы Морриса и Энглинов теряются. Официально они до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя 2 дня после побега был найден водонепроницаемый пакет, в котором были телефонная книга, деньги и семейные фотографии, принадлежавшие одному из братьев Энглин. Также был обнаружен самодельный спасательный жилет с заметными следами зубов у клапана. Вероятно, зажим не был герметичным, и пловец с трудом держался на поверхности. Температура воды в те дни составляла не больше 10 градусов по Цельсию. До 1978 года розыском беглецов занималась ФБР, а потом ордер на их арест был передан службе маршалов США. С 2003 года расследование ведет сотрудник этого ведомства Майкл Дик. Он полагает, что преступникам удалось спастись, доказательством чего являются почти 250 косвенных улик. В частности, мать Энглинов в течение нескольких лет получала в подарок цветы от таинственных анонимов. Кроме того, считается, что Джон и Клэренс побывали на ее похоронах в 1973 году, переодевшись в женские платья. А историк Фрэнк Хиной узнал от родственников Энглинов, что они якобы получали открытку из Южной Америки, подписанную 2 братьями. О судьбе Морриса неизвестно ровным счетом ничего. Ордера на арест преступников будут аннулированы только после того, как им исполнится по 100 лет. А пока розыск беглых узников Алькатраса продолжается. 2. Самое таинственное преступление Норвегии. Кем была женщина из долины Исдален? В 1970 году в норвежской долине Исдален обнаружили тело неизвестной женщины. Полиция тут же начала расследование, однако оно не сдвинулось с мертвой точки даже спустя 50 лет. Раскрываем подробности загадочного дела. Загадка женщины из долины Исдален будоражит умы людей уже полвека. Одни считают ее шпионкой, другие видят в ее смерти политический подтекст, а некоторые даже до сих пор не теряют надежды пролить свет на таинственную историю смерти неустановленной женщины. Рассказываем, что известно о странном преступлении, которое произошло в Норвегии в 1970 году. 50 лет назад в долине Исдален, которая находится недалеко от норвежского городка Берген, мужчина и 2 его дочерей наткнулись на страшную находку, обгоревший труп женщины. Путешественники тут же обратились в полицию. Прибывшие полисмены действовали оперативно, они провели полноценный осмотр территории, изучили положение тела женщины, обнаружили несколько улик, в том числе пустую бутылку из-под дешевого ликера, 2 пластиковые тары, в которых был бензин, сапоги и зонт. Однако никаких документов или вещей, указывающих на личность женщины, найдено не было. Более того, на одежде женщины отсутствовали ярлыки и бирки, кто-то намеренно срезал их, чтобы замести следы. Еще одним странным моментом было то, что труп женщины нашли обгоревшим, как и некоторые предметы, лежавшие рядом. При этом никаких следов костра или огня обнаружено не было. Кому и зачем понадобилось пытаться сжечь труп, а после перетаскивать его в другое место? Загадок вокруг этого дела становилось все больше. Растерянные полисмены продолжали вести расследование, однако дело не двигалось с мертвой точки. Лишь спустя 3 дня следователи смогли найти еще одну зацепку в этом таинственном деле. В камере хранения вокзала Бергена были обнаружены чемоданы, в которых полицейские нашли деньги, одежду, несколько париков, блокнот с записями, солнцезащитные очки. Криминалисты, осматривавшие личные вещи погибшей, смогли найти несколько частичных отпечатков пальцев, принадлежавших потерпевшей. Но это не давало никаких результатов, в вещах убитой так и не нашли никаких документов, которые помогли бы установить ее личность. На следующий день были готовы официальные результаты вскрытия. Согласно заключению медиков, смерть женщины наступила от приема снотворного, а также отравления угарным газом. В ее легких была обнаружена сажа, что говорило о том, что она была еще жива в тот момент, когда ее тело охватил огонь. Позже полицейские решили обратиться в местные СМИ, надеясь, что кто-либо из жителей прольет свет на эту загадочную историю. Попытка была успешной, вскоре в полицейский департамент Бергена позвонили из отеля Хардахейман. Служащие рассказали, что найденная в долине Исдален женщина проживала в их гостинице, и последний раз ее видели там 23 ноября, когда она выселялась. Женщина платила за все наличными и вела себя достаточно осторожно. Также работники отеля смогли уточнить детали ее внешности. Красивая женщина ростом, около 163 сантиметров, с темно-каштановыми волосами и карими глазами. У полиции уже было многое, но ни одна из зацепок по-прежнему не помогала в раскрытии дела. Тогда полисмены решили пойти другим путем. Среди вещей, обнаруженных в чемоданах убитой женщины, был найден блокнот с ее личными записями. После подробного изучения ежедневника полиция выяснила, что неизвестная много путешествовала по городам Норвегии, а также по разным странам Европы. Она каждый раз представлялась новым именем, а свидетели, которых полицейские находили по записям ее дневника, давали совершенно разные показания о цвете ее волос, а также языке, на котором она говорила. В некоторых случаях ее описывали как шатенку, говорящую на немецком, в других как брюнетку, разговаривающую на ломаном английском. О личности найденной женщины заговорили во всей Норвегии, одни считали ее шпионкой, другие видели в ней жертву политических разборок времен Холодной войны, третьи недоумевали, почему полиция не изучила все возможные версии. Тем не менее, у жителей и активистов не было никаких возможностей установить истину, а потому история женщины из Исдален начала постепенно забываться. Все собранные данные о неизвестной были переданы в Интерпол, но это не дало никаких результатов. Дело женщины из Исдален так и осталось нераскрытым, а причина смерти так и не была установлена. Тело неизвестной захоронили в феврале 1971 года на кладбище Малендаль. Однако в 2016 году дело возобновили благодаря вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что резонансная история женщины из Исдален стала известна на весь мир, и неравнодушные люди, в числе коих были 2 журналиста BBC Марит Хиггров и Нил Маккарти, начали собственное независимое расследование. Так, журналисты объединили свои силы с учеными из Института Бергена. Они подробно изучали оставшиеся улики, опрашивали свидетелей, а также провели анализ челюсти женщины из Исдален, которая сохранилась у судмедэкспертов после вскрытия в 1970 году. Анализ показал, что неизвестная родилась в Нюрнберге, а на момент смерти ей было примерно 40 лет. Позже американский художник Стивен Мисел создал несколько портретов пропавшей женщины. Именно эти изображения наиболее точно описывают внешность женщины из долины Исдален. Несмотря на то, что полученная информация и изображения неизвестной пока не дали результатов, активисты все еще надеются раскрыть это загадочное дело, которое не дает покоя жителям Норвегии вот уже полвека. 3. Мифическая подземная страна Агарти. где она находится и что известно о ней в современном мире. Разговоры о подземной стране Агарти, что скрыто от глаз большей части человечества, ведутся с позапрошлого века. Правда, те, кто верит в легенду о родственной Шамбале земле, утверждают, что правда об Агарти записана в древних нерасшифрованных текстах, чей смысл могут постичь лишь немногие. Агарти – край, куда ушел народ Атлантиды. Современная мифология ничуть не уступает той, что занимала мысли древних индийцев, персов, античных греков и римлян. Собственно говоря, если проследить историю легенд о Шамбале, Атлантиде и менее известных убежищах древних, Агарти, Беловодье, острове Тули, можно увидеть много общего у мифов разных народов и разных эпох. Означает ли это, что чудесная страна не выдумка, а отзвуки воспоминаний о реально существовавших когда-то, а может, и ныне существующих мирах? Легенда об Агарти рассказывается в разных вариациях, часто с вкраплениями тезисов из разных теорий и религий, но суть сводится к следующему. Давным-давно, около 60 тысяч лет назад, некий азиатский правитель Ом увел свое племя под землю, спасаясь от пришедших на его земли завоевателей. Позже к подземному народу присоединились и те, кто скрывался от Чингисхана, а также американские индейцы, искавшие убежище с приходом колонизаторов. Страна, которая заняла пространство под всеми материками Земли, звалась Агарти или Агартха. Это название связывают с санскритскими «недоступный», «неуязвимый». Уцелевшие жители Атлантиды и Гипербореи тоже нашли свое пристанище в Агарти, которое стало духовным центром Вселенной. В ней нет деления на касты и сословия, не практикуются никакие наказания, жители почти бессмертны, настолько долгой является продолжительность их жизни. А кроме того, народ Агарти обладает высшими знаниями, может путешествовать к звездам и мистическим способом управляет человечеством. Якобы единственным народом, который покинул Агарти, были цыгане, которые оказались изгнанными из подземной страны, но принесли в верхний мир искусство видеть будущее с помощью гадания. Иногда людям дозволено получить небольшую часть знаний, которые хранит Агарти, вообще же случайно забредшим туда путникам, которые принимаются болтать об увиденном после возвращения на землю, по преданию, отрезают языки. Агарти управляет царь мира, который живет в окружении двух своих помощников и может влиять вместе с ними на будущее человечества. Порой он выходит в мир, посещая торжественные богослужения в Индии и Тибете. Ворота, через которые лежит путь в Агарти, располагаются, по разным версиям, то ли в Гималаях, то ли в пустыне Гоби, то ли и вовсе в Южной Америке. Кто помог мифу об Агарти занять место в истории? Если проследить историю мифа о стране Агарти, все сводится фактически к одному источнику – сочинению Александра Сент-Ива Дальвейдра, который написал о чудесной стране в своей книге «Миссия Индии» в 1866 году. Правда, в 1922 году, во время гражданской войны в России, ученый, путешественник, писатель, служащий некоторое время в правительстве Колчака, Осендовский, обнаружил не то в Сибири, не то в Монголии, цитата, «закоптелые ворота, ведущие в царство Агарти». Об этом он написал в своей книге «И звери, и люди, и боги». Кроме того, считается, что страна Агарти упомянута и в одном по-настоящему древнем тексте, книги Дзян, якобы это источник правой руки, откуда царь мира руководит всеми событиями человеческой истории. Источник левой руки, по версии этого текста, скрыт в Шамбале. Правда, о существовании книги Дзян известно большей частью из сочинений Елены Блаватской, автора произведений эзотерической и оккультной литературы. С Шамбалой неразрывно связано все, что рассказывают об Агарти мифы и легенды. Две эти страны представляются формами существования древнего великого народа, который был вынужден прятаться после какой-то великой катастрофы. И если Агарти было назначено созерцание и духовный прогресс, то Шамбала приняла на себя управление стихиями и материальным развитием человечества. В отличие от подземной страны Агарти, Шамбала находится на поверхности Земли, она якобы скрыта окружающими ее горными цепями, либо просто невидимо для непосвященных. Информации о Шамбале в древних текстах куда больше, она упоминается с X века, в том числе и в контексте индуистских верований. Шамбала – страна, в существовании которой убежден сам Далай-лама, глава Тибета, в то время как о стране Агарти духовный лидер Тибета, как говорят, не знает. Агарти порой упоминают и в связи с обителью богов из скандинавской мифологии Асгардом, небесным городом, который населяют боги Асы. Известно, что и учеными, и политиками, и простыми энтузиастами были не раз предприняты попытки обнаружить мифические страны, якобы затерянные на Востоке. Одни как Рерих искали там высшую мудрость, другие как правительство Третьего Рейха стремились обнаружить следы древних ариев и их связь с современным немецким народом. Никаких сколько-нибудь ощутимых результатов эти поиски не дали. Впрочем, по мнению буддистов, Шамбалу нужно искать внутри себя, как источник энергии, состояние единения с божественной силой, просветление. Возможно, тот же смысл несет в себе страна Агарти. Тайны человечества, скрытые в подземных городах, откуда берут начало мифы, будоражащие сознание в том числе современного человека, в эпоху, когда не осталось белых пятен на карте Земли, а власть захватили цифровые технологии. Если обратиться к истории, нетрудно найти подтверждение тому, что отдельные народы прибегали к этому способу защиты, уходили в труднодоступные районы или под землю в сети пещер. Так появилась Петра, город набатеев на территории современной Иордании, так возник подземный город в турецкой Каппадокии, где под нынешним поселком Деринкую около 3000 лет назад была создана целая пещерная страна, многоярусный город, площадь которого составляла несколько квадратных километров. Слухи о народах, уходящих в добровольное изгнание в недрах Земли, возможно, и стали причиной появления теории полой планеты и мифов о подземных городах. Еще в 17 веке астроном Эдмунд Галлей предлагал версию, согласно которой мир состоит из 4 сфер, встроенных одна в другую. Нередки были и внезапные исчезновения целых народов, такие истории можно найти в этнографическом материале множества народов мира. По-видимому, появление легенды о подземной стране Агарти было предопределено самим ходом развития человечества, когда поступавшая информация требовала осмысления, через такого рода мифы слишком много неизвестного открывалось человечеству в процессе культурного развития. Что касается ученого мира, к версиям эзотериков и оккультистов здесь относятся с большим скептицизмом, считая легенды о мифических странах сравнимыми с произведениями художественной литературы. Умберто Эко в своем обзоре мифов, которые хранит человечество, книги «История иллюзий», выразил мысль, что именно такие таинственные земли, а точнее их поиски, попытки завоевания, представляют собой ту движущую силу, которая ведет мир вперед. Во всяком случае, именно благодаря романтическим легендам становятся возможными и реализуются экспедиции по поиску артефактов древности, исследуются пещеры и подземные тоннели, например, в Эквадоре или в пустыне Гоби, где, кстати, предстоит еще многое открыть, поскольку на настоящий момент изучены они мало. 4. Какие сокровища инков дошли до нашего времени, и где находится затерянный золотой город Пайтити? Легенда об Эльдорадо, возникнув когда-то, не перестает вдохновлять весь мир на разного рода поиски, в том числе и творческие. О мифической стране, наполненной золотом, создаются увлекательные книги и фильмы, вновь и вновь снаряжаются экспедиции, призванные отыскать существовавшие некогда сокровища. Между тем, сохранились свидетельства о том, что край, где хранятся гигантские богатства, ушедшие в прошлое империи инков, действительно существует где-то в глубине южноамериканских лесов. Богатство инков и конкиста – испанское завоевание. Империя инков возникла в XI веке и была крупнейшим государством Южной Америки. Она объединяла индейцев на большой территории, от современного города Пасто в Колумбии до реки Маули в Чили. Под конец своего существования империя занимала площадь до 2 миллионов квадратных километров. Столицей был город Куско, по легенде, построенный первым инкой, основателем государства Манка-Капаком. Куско слыл, так сказать, золотым городом, храмы и простые дома в нем были облицованы золотыми пластинами. Инки выплавляли драгоценные металлы в большом количестве, и с учетом индейского культа солнца, изделия из золота были распространены повсеместно. В XVI веке началась экспансия европейцев на земли Южной Америки, очень быстро испанские конкистадоры взяли под контроль большую часть территории государства инков. Особую роль в колонизации сыграл конкистадор Франсиско Писарро, которому принадлежит слава завоевателя империи. Силы были неравны, европейцы одерживали победы в стычках с коренным населением. В 1533 году испанцам удалось захватить в плен вождя инков Атауальпу, чьи силы были на тот момент ослаблены внутренними распрями. С именем Атауальпы связывают получение самого крупного военного трофея в мировой истории. Выкуп Атауальпы. Глава инков предложил платить испанцам выкуп в золоте и серебре, причем золото должно было заполнить комнату, где содержался вождь, до высоты вытянутой вверх руки. В другие комнаты приносили серебро. Сбор драгоценных металлов занял несколько месяцев, 6 тонн золота и 12 тонн серебра, огромное количество ценностей, подтверждавших особую значимость Атауальпы для инков. Отпустить вождя Писарро, несмотря на выкуп, отказался, и Атауальпа был казнен. Сокровища же отправились в Европу на нескольких кораблях, и их прибытие в Старый Свет в связи с особой ценностью и большим количеством золота вызвало сильную инфляцию. Тем не менее, письменные свидетельства современников дают основания полагать, что в качестве выкупа была предложена лишь малая часть тех богатств, которыми располагали инки. Как писал путешественник Педро Сьеса де Леон, помимо прочего, первый оставивший свидетельство о существовании линии Наски, ущерб инкам от выкупа был довольно мал, а большая часть золота находится в таких местах, что мы сами не знаем об этом. По оценкам колонизаторов, индейцы выплавляли в год до 180 тонн драгоценного металла. Куда же делось золото, не доставшееся конкистадорам? По легенде, его сохранили в тайном и труднодоступном городе Пайтити, затерянном в сельве. Прибытие несметных богатств с территорий, завоеванных испанцами, привело к тому, что в Южную Америку хлынули искатели Эльдорадо, золотой страны, где инки спрятали свои сокровища. В поисках заброшенного города совершались путешествия по Амазонке, то и дело находились очевидцы, которые подтверждали его существование и в доказательство предъявляли монеты с нетипичной чеканкой. Миссионер Андрес Лопес писал в 1600 году о большом городе, богатом золотом, серебром и драгоценностями, расположенном в середине тропических джунглей около водопада и называемой Пайтити. Само государство инков к концу XVI века прекратило свое существование, и легенда гласила, что оставшиеся в живых инки переселились в Пайтити, где нашли свое убежище от европейцев. Эту историю рассказывают и в настоящее время. Каждому туристу охотно поведают о городе Пайтити, который всегда расположен где-то рядом, и который непременно видел кто-то из дальних родственников или близких знакомых рассказчика. Существует ли в действительности затерянный золотой город? Что касается названия «Пайтити», то по разным версиям оно происходит либо от «Пайкикин», что на языке индейцев кечуа означало такой же, как «Куско», либо от «Пай», «Отец», и «Тити», «Пума», либо, как гласит еще одна гипотеза, содержит в себе указание на озеро Титикака. Последнее породило легенду о находящемся на его дне золотом городе, который и был таинственным Эльдорадо. Другое возможное объяснение названия, находящееся поблизости от мифического города река Пайтити или Патити, указания на которую встречаются в некоторых записках путешественников XVI века, но установить, какая из рек Южной Америки могла носить в то время такое название, пока не удалось. Большой вклад в изучение феномена заброшенного города внесла найденная в 1839 году так называемая рукопись 512, составленная веком раньше португальской экспедицией, совершившей поход вглубь южноамериканского материка. Бандейранты, или охотники за индейцами, путешествовали около 10 лет и сообщали о заброшенном городе, якобы найденном ими. В сочинении подробно описывались улицы, дома, большинство которых были двухэтажными, храм и дворец, пещеры, бывшие некогда шахтами. Находка рукописи породила огромное количество домыслов и версий, в том числе о виденной путешественниками Атлантиде. Точное местонахождение города до сих пор установить не удается, но благодаря интересу к легенде, на настоящий момент сделано множество археологических открытий и обнаружен ряд памятников эпохи инков. 5. Кто и зачем отбил носы египетским статуям? Долгие годы ученые всего мира бились над неразрешимой загадкой, которую подкинула исследователям одна из древнейших и наиболее долговечных цивилизаций в мире. Дело в том, что у многих египетских статуй нет носов. Тщательное изучение этого вопроса экспертами показало, что это отнюдь не случайное явление. Так что же стало тому причиной? Просто естественный процесс разрушения или чей-то злонамеренный умысел? Естественное разрушение или намеренный вандализм? В принципе, в отбитых носах древних статуй нет ничего удивительного, ведь их почтенный возраст измеряется тысячелетиями. Разрушение – это совершенно естественный процесс. Но, как оказалось, все не так просто. Открытым остается вопрос о том, почему же тогда полно экземпляров, которые в остальном просто прекрасно сохранились, за исключением носа. Конечно, нос – это самая выдающаяся деталь на лице, он теоретически наиболее уязвим. Если и суждено чему-либо сломаться, то он будет первым. Пусть это так. Но ведь носы удалены из таких художественных работ, как картины и барельефы. Чем же тогда объяснить столь варварское обращение с этой частью тела по отношению к ним? Эта загадка породила множество гипотез. В их числе даже то, что это делали европейские колонизаторы, чтобы уничтожить даже намеки на африканские корни древних египтян. По мнению ученых, эта теория не имеет под собой никакого основания, просто хотя бы потому, что не едиными носами можно доказать наличие родства. Так что, несмотря на все ужасы империализма, разбитые носы у статуи – это слишком. Так что же тогда могло с ними произойти? Лишить божественной мощи. Существует такое понятие, как иконоклазм. Это слово происходит из греческого языка от слов «изображение» и «разбивать». Буквально это слово значит иконоборчество. И здесь речь идет не о религиозном христианском феномене, который возник во времена Византии и протестантской реформации. Тогда шла активная борьба с культом поклонения, священным изображением. В те времена иконы уничтожали, а тех, кто им молился, подвергали жестоким преследованиям. В случае с древнеегипетскими скульптурами, речь идет об иконоборчестве в его более широком смысле. Те, кто это делал, верили, что они очень важны. Мотивы подобного отношения могут быть как политическими, так и религиозными, и даже эстетическими. Все это приобретает более глубокий смысл, если учесть факт специфики верований древних египтян. Они считали, что статуи и изображения – это проводники божественной сущности в мир обычных смертных. Соответственно этому, они верили, что когда боги снисходили с небес в посвященные им храмы, они вселялись в свои изваяния. Другими словами, объектом поклонения была не сама скульптура или картина, а воплощение в ней доселе невидимого бога. И у рисунков, и у барельефов один и тот же тип повреждения. Это свидетельствует о том, что против носов велась целенаправленная кампания. Этим вопросом вплотную решил заняться Эдвард Блайберг. Он старший куратор экспозиции египетского, классического и древнего ближневосточного искусства в Бруклинском музее, США. Посетители его слишком часто спрашивали о том, почему у многих статуй отбиты носы. Специалист считает, что эти статуи и изображения могут служить местом, так сказать, вселения божества. Благодаря этому они могут действовать в материальном мире. Именно так написано о древнеегипетской богине любви, плодородия Хатхор. В городе Дандара есть великолепнейший храм, который был возведен примерно в 2310-2260 годах до нашей эры. На его стенах начертано: «Она сходит с небес, чтобы войти в земное свое тело и воплотиться в нем. То есть богиня входит в статую. В том же храме есть письмена о боге Осирисе, который входит в свое изображение на барельефе. В Древнем Египте верили, что статуи или изображения, после вселения в него бога, не только оживают, но и обладают божественным могуществом. Им можно воспользоваться, разбудив с помощью определенных ритуалов. Можно же лишить их мощи, нанеся им физический вред. Например, отбить нос. С какой целью? Причин этому может быть много. Например, те, кто расхищал гробницы, очень боялись мести тех, чей покой они осмелились потревожить. Кроме того, всегда есть те, кто желает переписать историю, а то и полностью изменить все значение культурного наследия. Когда-то отец Тутанхамона Эхнатон, правивший между 1353 и 1336 годами до нашей эры, захотел, чтобы в центре египетской религии был бог Атон. Это божество олицетворяло собой солнечный диск и противостояло Амону, богу черного небесного пространства, воздуха. Для достижения этой цели Эхнатон решил полностью уничтожить изображение Амона. Когда он умер, все опять поменялось, вернулось на круги своя, все храмы Атона были разрушены, а египтяне стали снова поклоняться Амону. В связи с этим важно упомянуть о том, что не только богам под силу вселяться в изображение. Такую способность могли обретать и некоторые умершие люди. Те, кто прошел все испытания на пути в зал двойной истины. Там, на суде бога Осириса, они были духовно оправданы и заслужили право стать божествами. Подобное может послужить потомкам как утешением, так и стать проклятием. Кроме того, всегда и везде, во все времена присутствует такое понятие, как борьба за власть. Она оставила на теле истории человечества множество шрамов. Например, фараон Тутмос III. Он правил в 15 веке до нашей эры и очень боялся, что его сына могут лишить трона. Фараон хотел быть полностью уверенным в том, что именно его наследник будет править Египтом. С этой целью Тутмос приказал уничтожить все свидетельства о своем царственном предшественнике и своей мачехе и тете Хатшепсут. Последняя в течение первых 2 десятков лет правления Тутмоса III была его соправительницей. Он постарался стереть с лица земли все доказательства этого, все возможные упоминания. В первую очередь изображения и скульптуры. И у Тутмоса получилось. Почти. Среди различных древнеегипетских текстов часто встречаются упоминания о том, что в отношении вандализма виновнику будет грозить суровое наказание. Это говорит о том, что подобное было в Египте обычным делом. Несмотря на то, что разграбление гробниц и порча любого имущества в храмах была очень серьезным преступлением и тяжким грехом, некоторых это все же не останавливало. Почему именно нос? Целью порчи изображения было полностью лишить или хотя бы уменьшить силу божества, которая представлена в виде скульптуры или барельефа. Сделать это можно было разными способами. Если было нужно, чтобы человек больше не мог делать подношения богам, статуе отбивали руку. Если нужно было лишить божество возможности слышать, удаляли уши. Если нужно было сделать статую полностью бесполезной, ей нужно было убрать голову. Самым эффективным и быстрым способом добиться желаемого было удаление носа. Ведь нос – это орган, с помощью которого мы дышим, само дыхание жизни. Самый простой способ – убить внутренний дух статуи, отобрать способность дышать, отбив нос, объясняет Блайберг. Всего лишь пара ударов молотком по долоту, и проблема решена. Парадокс всего этого заключается в том, что это навязчивое желание уничтожать изображения лишь доказывает то, насколько важными они были для этой великой древней цивилизации. 6. Что происходит в треугольнике озера Мичиган, который пугает путешественников больше, чем Бермудский? В Южной Атлантике есть жуткое место, называемое Бермудским треугольником. Там случаются мистические исчезновения судов, самолетов. Об этом слышали, наверное, все. Но есть на планете менее известное, но не менее зловещее место. Здесь также пропадают люди, и происходят всевозможные необъяснимые явления, от таинственных ледяных глыб, падающих с неба, до огненных шаров и странных парящих огней. Что это? Козни инопланетян, временной портал или некая черная дыра? Треугольник озера Мичиган – это участок, который простирается от Манитовока, штат Висконсин, до Лудингтона, штат Мичиган, и дальше к югу до Бентон-Харбор. Впервые термин «треугольник Великих озер» был предложен Чарльзом Берлицем. Он был сторонником теории аномальности Бермудского треугольника и подсчитал, что на единицу площади озера Мичиган происходит гораздо больше исчезновений, чем в Бермудском треугольнике. По разным сообщениям, в водах озера Мичиган происходили весьма странные происшествия. Кто-то считает, что все началось с исчезновения корабля «Грифон» в 1679 году, кто-то связывает это с пропажей шхуны Томас Юм в 1891 году. Этот корабль перевозил пиломатериалы и исчез каким-то загадочным образом. Несмотря на все попытки отыскать судно, оно оставалось утерянным до тех пор, пока в 2006 году его не нашла команда дайверов A&T. Еще один таинственный инцидент, который заставляет поверить в существование треугольника, это происшествие с Росбель. В 1921 году корабль перевозил припасы, когда его нашли перевернутым в воде. По характеру повреждений было похоже на то, что судно столкнулось с другим кораблем. Но никаких других кораблекрушений или даже сообщений об аварии не поступало. Более того, исчез весь экипаж, состоящий из 11 человек. В 1937 году капитан сухогруза ОМС «Фарленд» Джордж Доннер отправился отдыхать в свою каюту после нескольких часов плавания своей команды по ледяной воде. Когда корабль приближался к месту назначения в порт Вашингтон, штат Висконсин, один из членов экипажа пошел разбудить его. Капитана в каюте, запертой изнутри, не оказалось. С тех пор Доннера никто и никогда больше не видел. Исчезновение рейса 2501 Northwest Airlines. Теории, связанные с НЛО и инопланетянами, блуждающими в небе над треугольником озера Мичиган, возникли после загадочного исчезновения рейса 2501 Northwest Airlines. 23 июня 1950 года самолет летел из Нью-Йорка в Сиэтл с остановкой в Миннеаполисе. По дороге над озером Мичиган он, казалось, просто растворился в воздухе. В 23:37 того дня пилот этого самолета запросил снижение с 3500 до 2500 футов из-за надвигающейся грозы. Запрос был отклонен, а всего через несколько минут борт вовсе исчез с радаров. Несмотря на массированные поисковые мероприятия, не было обнаружено ничего, кроме одного одеяла с логотипом Northwest Airlines. Все подумали, что самолет утонул в водах озера. Шли дни, некоторые мелкие детали выбросило на берег. Сам борт так и не поднялся на поверхность. По словам двух полицейских, которые находились рядом с местом происшествия, спустя 2 часа после исчезновения самолета над водой было некое странное свечение красного цвета. Это породило слухи о том, что борт с пассажирами был похищен инопланетянами. До сих пор это загадочное исчезновение не получило объяснения. Пропавший лыжник. Стивен Кубаки был 23-летним студентом колледжа Хоуп в Холланде, штат Мичиган. 20 февраля 1978 года он бесследно исчез, когда катался на лыжах недалеко от Саугатока, штат Мичиган. На следующий день снегоходы обнаружили все его оборудование брошенным. От самого лыжника остались только следы на льду. Они заканчивались внезапно. Это наводило на мысль о том, что Кубаки провалился под лед и умер либо от переохлаждения, либо от утопления. Это не было чем-то таким уж таинственным и необъяснимым, вплоть до 5 мая 1979 года. В этот день Кубаки внезапно появился в Питтсфилде, штат Массачусетс. Студент обнаружил, что лежит на траве более чем в 1000 километров от озера Мичиган. Спустя 15 месяцев после того, как он, казалось, погиб в его ледяных глубинах. Кубаки заявил журналистам, что вообще ничего не помнит за прошедшие 1,5 года. Когда он проснулся, на нем была странная одежда, а в его рюкзаке были какие-то карты. Это заставило студента поверить, что он путешествовал. У него также была футболка с марафоном в Висконсине. Кубаки заявил: «Я чувствую, что много бегал». Место исчезновения молодого человека заставило многих предположить, что он стал очередной жертвой треугольника озера Мичиган. В то же время есть и те, кто считает, что он лжет относительно своей предполагаемой амнезии. Другие же предпочитают верить, что причина исчезновения Кубаки и потеря памяти являются следствием похищения его инопланетянами. Собственный Стоунхендж на дне озера Мичиган. Почему треугольник озера Мичиган является такой мощной силой? Популярная теория о мистическом происхождении включает собственный подводный Стоунхендж. Он был открыт в 2007 году профессором Северо-Западного Мичиганского колледжа Марком Холли. По словам Холли, он и его команда во время исследования затонувших кораблей на 12-метровой глубине обнаружили неизвестную горную породу странных форм. Это невероятно похоже на знаменитое сооружение, найденное в Англии. Исключение составляет лишь отдельно стоящий в стороне валун. Многие эксперты скептически относятся к открытию. Холли и сам признает, что для подтверждения его теории нужны дополнительные исследования. Точное местоположение таинственного подводного образования не разглашается из-за проводимых научных изысканий и из уважения к близлежащей общине коренных американцев Гранд-Траверс-Бэй. Учитывая мифологию и предполагаемые паранормальные аспекты английского Стоунхенджа, многие предполагают, что тот, что под озером Мичиган, обладает аналогичными свойствами. Может ли это быть объяснением странных событий внутри треугольника, или существует рациональная научная разгадка? 7. Какая тайна скрывается за обезьяной Лой? Странное существо напоминало гоминида, у него не было хвоста, как у обезьяны, было 32 зуба и рост от 1,6 до 1,65 метра. Обезьяна Лойс, или Амеренс рапейдес лойси, название не является официальным, была странным существом, похожим на обезьяну, застреленную швейцарским геологом Франсуа де Луа в 1917 году на границе между Венесуэлой и Колумбией. Существо напоминало гоминида, у него не было хвоста, как у обезьяны, было 32 зуба и рост от 1,6 до 1,65 метра. Франсуа де Луа возглавлял экспедицию по разведке нефти у рек Тара и Маракайба, когда к их группе подошли два существа. Франсуа де Луа выстрелил в существ, пытаясь защитить себя. Самец сбежал в джунгли, а самку сбила машина. Существо было сфотографировано, и де Луа сохранил изображение. Когда Франсуа де Луа вернулся в Швейцарию, он никому не рассказал об этом существе. Однако в 1929 году антрополог Джордж Монтадон обнаружил фотографию, ища информацию в заметках Лойса о коренных племенах Южной Америки, и убедил Лойса опубликовать ее в английской газете. Позже во Франции было опубликовано несколько статей о загадочном существе, а Жорж Монтадон предложил Французской академии наук его научное название. Однако научное описание Монтадоном этого вида, как Амеренс рапейдес лойси, американской человекоподобной обезьяны де Луа, было встречено резкой критикой. По словам британского натуралиста сэра Артура Кейта, на фотографии изображен только один из видов паукообразных обезьян Ателлес белзебас, обитающий в исследованном регионе, с намеренно отрезанным или скрытым на фотографии хвостом. Обезьяны-пауки распространены в Южной Америке, их рост в вертикальном положении составляет почти 110 сантиметров. Де Лойс, с другой стороны, измерил свою обезьяну 157 сантиметров, значительно больше, чем все известные виды. Монтандон был очарован обезьяной. Он предложил название Амеренс рапейдес лойси в трех отдельных статьях для научных журналов. Однако ученые были настроены скептически. Историки Пьер Сент-Ливрис и Изабель Жирот опубликовали в 1998 году статью, в которой утверждалось, что вся история странной встречи была мистификацией, устроенной антропологом Монтандоном из-за его российского взгляда на эволюцию человека. Кем был этот парень де Луа, и какие у него были доказательства того, что обезьяна была не просто обезьяной-пауком? Был ли он вообще уверен, что фотография была сделана в Южной Америке? Это одна из загадок. Помимо вопроса о том, какой вид обезьяны представляет собой примат Делуа, и если это обезьяна, то является ли она южноамериканской? В Америке нет местных обезьян, только человекообразные обезьяны. В Африке обитают шимпанзе, гориллы и бонобо, а в Азии орангутаны, гиббоны и сиаманги. Если Делуа действительно найдет в Южной Америке ранее неизвестную обезьяну, это в корне изменит наше понимание эволюции человекообразных обезьян. 8. Исчезновение магната Эмброуза Смолла. Эмброуз Джозеф Смолл родился в 1863 году и умер. Но не сразу, конечно. Но вот о смерти собственная история. Владелец нескольких водевилей и театров в провинции Онтарио, Канада, а также финансовый директор 62 других зданий. В 21 год устроился на работу, по ходатайству отца, помощником кассира в оперный театр. Дорос до кассира, менеджера, совладельца, купил еще несколько театров. В 39 лет женился на Тересе Корман, наследнице одного из пивоваренных магнатов, что помогло значительно расширить театральную империю. За кулисами публичной жизни оставил множество постельных сцен с актрисами своих театров и огромные проигрыши в казино. Внешне же это была тихая, ничем не примечательная жизнь аристократа. После окончания Первой мировой войны, чувствуя, что спрос на театры неуклонно идет вниз, старость приближается, а наследников не предвидится, он принимает решение продать свою империю за $1,7 миллиона. 2 декабря 1919 года, в типичный для этого времени холодный канадский день. В одной из нотариальных контор Торонто его ожидает компания солидных джентльменов для подписания договора. По результатам встречи он получает чек на $1 миллион и обязательство выплаты оставшихся денег в течение нескольких следующих лет. Эмброуз отправляет жену в банк положить деньги на счет, сам едет покупать ей в подарок кадиллак, меха и украшения. Потом они вместе обедают, и он отправляется к себе в офис обсудить какие-то нюансы с юристом. Юрист покидает его в 5:30 вечера, и с тех пор Эмброуза никто никогда не видел. Его жена, зная о похождениях мужа и будучи публичной персоной, побоялась объявлять его в официальный розыск в течение 4 недель. Позднее полиция пыталась связать этот факт даже с идущей в тот вечер на сцене его театра пьесой «Разоблачение жены». Весь мир, вплоть до родных сестер, считал ее убийцей, но она отстояла свою невиновность в суде, получила наследство и скончалась практически сразу после этого. Дело превратилось в сенсацию, особенно после того, как была предложена награда в $50 000 за информацию о местонахождении пропавшего миллионера или его тела. Тем не менее, требование о выкупе так и не поступило, и тело его так и не было обнаружено. В первые годы после его исчезновения появлялись сообщения о том, будто Эмброуза Смолла видели в Лондоне, во Франции, в Мексике и Южной Америке, но ни одно из них не было подтверждено. Полиция перевернула весь город и окрестности. В поисках трупа в театрах Эмброуза вскрывались стены и снимались полы. Огромное количество людей пыталось свидетельствовать, что видели его то там, то сям. Отчаявшаяся полиция даже пыталась прибегнуть к спиритологам и отследить того по астральному следу. Эмброуз Смолл был объявлен погибшим в 1924 году, однако дело оставалось открытым в последующие почти 40 лет, хотя ничуть не сдвинулось с места, а в 1960 году дело было официально закрыто. Ни следа, ни намека, ни версий. Спустя десятилетия после его исчезновения, призрак Эмброуза Смолла, как сообщалось, поселился в его любимом театре Гранд в Онтарио. Его портрет висит в фойе, запечатлев его вклад в наследие театра. 9. Проект Серпа. Могла ли существовать межпланетная программа обмена между землянами и другой цивилизацией в 60-е годы 20 века? Проект Серпа – это предполагаемая секретная программа обмена между американскими военными и внеземной расой под названием Ибены, якобы обитающие в системе двойных звезд зета-сетки. Согласно распространенным рассказам, история этого проекта восходит к инциденту в Розуэле, где в июле 1947 года произошла авария неизвестного объекта. Утверждается, что среди обломков был найден выживший инопланетянин, которого взяли под стражу военные США. Считается, что этот инопланетянин смог установить связь с родной планетой. Если верить этим рассказам, был установлен дипломатический контакт с цивилизацией бенов, что в итоге привело к возможному началу программы обмена. Говорят, что с 1965 по 1978 годы 12 американских военных якобы отправились в далекую звездную систему зета-сетки, на планету под названием Серпа. По одной из версий, им предстояло пробыть там 13 лет, изучая местную культуру и обычаи. Сообщается, что путешествие к зета-сетке заняло 9 месяцев, однако один из участников миссии, как утверждают, скончался от легочной эмболии еще в пути. Тем не менее, оставшиеся 11 якобы успешно прибыли на планету и приступили к своей миссии. В одной из версий событий говорится, что еще один участник погиб на планете, нарушив законы эбенов. Оба тела, по слухам, были возвращены на Землю по завершении миссии. Есть предположение, что эбены могли использовать ДНК погибшего агента для создания необычных существ, смешав ее с генетическим материалом других инопланетных рас. Однако эти утверждения вызывают множество вопросов и недоверия. Некоторые истории предполагают, что этот инцидент вызвал конфликт между оставшимися людьми и эбенами, что подорвало доверие между сторонами. Военные, как говорят, наблюдали за культурой эбенов. Эти существа якобы были ростом от 1,35 до 1,90 метра, имели стройные тела и детские черты лица. Описания эбенов вызывают сомнения из-за их явных отличий от человека. Сообщается, что они имели 4 пальца на руках и ногах, а их глаза были большими и миндалевидными с защитной пленкой. Существует версия, что эбены вели общественную жизнь, напоминающую земную, и даже играли в игры, похожие на бейсбол. Их жилища якобы состояли из небольших металлических построек, соединенных общей столовой, где обедали и представители других инопланетных рас. Эти инопланетные гости, как утверждают, могли искать убежище на Серпа после разрушительных событий в их родных системах. Некоторые рассказы предполагают, что эбены регулярно занимались научными и генетическими исследованиями, и в ходе миссии люди якобы стали свидетелями этих экспериментов. Например, существует история о встрече с агрессивным существом, которая, как говорят, напоминала змею с человеческими чертами лица. Сообщается, что это существо якобы напало на людей, и они были вынуждены застрелить его. Однако данные об этом инциденте вызывают сомнения, так как трудно подтвердить, имела ли место такая ситуация на самом деле. По завершении 13-летней миссии, как утверждают некоторые источники, 10 из 12 участников программы якобы вернулись на Землю. Двое из них решили остаться на планете Серпа, и их дальнейшая судьба неизвестна. Откуда взялась эта история? Проект Серпа впервые стал известен благодаря электронной рассылке, организованной исследователем Виктором Мартинесом. Анонимный источник, предположительно бывший сотрудник правительства США, поделился деталями программы. Однако проверка подлинности этих данных остается затруднительной, и многие исследователи высказывают сомнения по поводу реальности существования проекта. Есть теории, что фильм «Близкие контакты третьей степени» был вдохновлен этой историей и частично основан на событиях проекта Серпа. Предполагается, что элементы этого сюжета могли быть использованы, чтобы подготовить общественность к идее контактов с инопланетными цивилизациями. Однако все эти версии остаются на уровне догадок, и доказательств их правдивости пока не представлено. История проекта Серпа до сих пор вызывает много вопросов и подозрений. Возможно, эта история лишь плод фантазии, играющей на желании человечества найти ответ на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Тем не менее, если хотя бы часть этих рассказов правдива, это могло бы стать одним из самых значительных открытий нашего времени. 10. Открытие археологов, 12 тысяч лет назад Китай населяли яйцеголовые люди. Древние захоронения в провинции Цзилинь изобилуют черепами с вытянутыми затылками. Из могил в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая археологи выкопали 25 скелетов. Возраст самых древних составлял 12 тысяч лет. 11 мужских, женских и детских скелетов, то есть почти половина, имели удлиненные черепа. Исследователи из университета Цзилиня и Техасского университета, проводившие раскопки, удивились такому обилию аномалий и предположили, что яйцеголовыми в то далекое время были многие. О своих находках археологи сообщили в журнале American Journal of Physical Anthropology. Не секрет, что наши далекие предки, применяя различные приспособления в виде палок, тряпок и веревок, уродовали черепа себе и своим малолетним детям. Подобным апгрейдом, если так можно выразиться, тысячелетиями увлекались народы по всей земле. Некоторые, особенно в Африке, до сих пор продолжают. Зачем? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ученые недоумевают, но не сомневаются, должен быть какой-то весомый стимул, под воздействием которого люди подвергали себя истязаниям. Археологи не исключают, что деформированных готовили исполнять какие-то важные социальные роли. Может быть, их прочили в жрецы некого культа и верили, что удлиненные черепа откроют какие-то необычные способности, позволят общаться с высшими силами. Или сделают мудрее. По крайней мере, люди наверняка думали, что, оттягивая затылки, приобретают нечто весьма полезное. Например, положение в обществе. Объяснение же уфологов весьма простое: яйцеголовыми были инопланетяне. Местные жители, желая походить на них, деформировали черепа. Считалось, что мания модификации голов охватила землян примерно 9 тысяч лет назад. Находки в Китае отодвигают эту дату в прошлое, как минимум на 2000 лет, и дают основания предполагать, там ли в Китае эта мания и зародилась, а потом за несколько тысяч лет распространилась по всему миру, вплоть до Южной Америки, Египта, Поволжья, Урала и Крыма. Уфологи подобному предположению только рады, ведь оно подкрепляет версию о пришельцах, когда-то посещавших Землю, и позволяет допустить, что высадились они в Китае. В провинции Цзилинь удлиненных черепов тысячи. Возможно, некоторые имеют, что называется, естественное происхождение. То есть, натурально представляют собой черепа инопланетян. Но как их выявить? До всех находок руки не доходят, но некоторые рождают подозрения. На этом я бы хотел закончить это видео с 10 тайнами мира, о которых боятся рассказывать. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Какие тайны хранит точка Немо, самое загадочное место на Земле, которое стало кладбищем космических кораблей? Точка Немо – это самое удаленное от суши место на Земле. Как нетрудно догадаться, названо оно было в честь небезызвестного капитана из романа Жюля Верна. Идеальное место для того, чтобы спрятать космический корабль. Именно здесь, под толщами вод Тихого океана, нашли свое последнее пристанище судна, бороздившие необъятные просторы нашей Вселенной. Удивительные факты о безжизненном полюсе недоступности, где устроили кладбище погибших кораблей, далее в обзоре. Самое необычное место в Мировом океане. В южной части Тихого океана есть место, не похожее ни на что другое на нашей планете. Это место ученые называют «точка Немо». По большому счету, это не такая уж и точка, а довольно-таки обширная область, площадью 37 миллионов квадратных километров. Удалена она от суши на более чем 2000 километров. Исследования точки Немо показали, что это настоящая мертвая пустыня с точки зрения морского биолога. Поразительно, что здесь мы обнаружили примерно на 30% меньше микроорганизмов в приповерхностных водах, чем во всех других местах. Это, возможно, самый низкий показатель, когда-либо измеренный в поверхностных водах всего Мирового океана, говорит микробиолог Бернхард Фукс. Такой безжизненности способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, огромные расстояния до суши и большие глубины океана. Именно близко расположенные суши и дно являются главными источниками питательных веществ для всех морских обитателей. Во-вторых, точка Немо изолирована от остальных частей океана сильными течениями. Они также затрудняют поступление необходимых для жизни веществ. Наконец, на поверхностные слои сверху обрушивается мощный поток ультрафиолетового излучения. Из-за своей изолированности точка Немо и стала кладбищем космических кораблей. Здесь затапливают все космические аппараты, которые из-за своих размеров не могут полностью сгореть в атмосфере. На огромной глубине покоится советская космическая станция «Мир», более 140 российских транспортных средств снабжения, несколько грузовых кораблей Европейского космического агентства и даже ракета SpaceX. Настоящее кладбище погибших кораблей. Когда в 2001 году знаменитая и невероятно огромная советская станция «Мир» упала на воду, кладбище космических кораблей стало ее последним пристанищем. Похороны не прошли изящно. Первоначально корабль весил 143 тонны, но только 20 тонн добрались до дна Тихого океана. Да и то, что осталось, разбилось примерно на 6 частей. Больше всего погибших кораблей из России. Около 200 единиц галактического мусора, лежащего на океанском дне. Следующим крупным постояльцем точки Немо будет Международная космическая станция. Ее планируют захоронить здесь в 2028 году. Чтобы не доставлять излишнего беспокойства морским обитателям, эту махину попытаются разделить на части. Что же еще находится там внизу, на глубине 1000 километров? Ученые говорят, что множество спутников-шпионов, топливные емкости и сотни грузовых космических кораблей. Кажется, здесь найдется место для всех. Место, где заканчивается одно чудо и начинается другое. Эта фантастическая свалка звездолетов на самом деле удивительно практична. Ведь все знают, что то, что взлетело вверх, должно непременно упасть вниз. Сила гравитации дает гарантию, что все, попавшее в небеса, рано или поздно вернется домой. И все равно, нравится это людям или нет. Поэтому ученые и разработали подобный план утилизации погибших космических кораблей как можно дальше от мест обитания человека. Захоронение производится со всеми необходимыми предосторожностями, проведя предварительно целую систему расчетов. Расчеты производятся с максимальной тщательностью, но не все и всегда можно учесть. И все же здесь космические аппараты могут находиться в относительной безопасности, никому не мешая. Тем не менее, человечеству пора подумать, что все на свете конечно. Настанут времена, когда и здесь не останется места. Интересные факты о загадочной мертвой точке. Знаменитый американский фантаст, автор мистических произведений, которые даже выделены литературоведами в самостоятельный поджанр «Лавкрафтовские ужасы», Говард Лавкрафт в своем рассказе «Зов Ктулху», 1926 год, написал о точке Немо. Странно, что писатель с точностью до градуса указал то место, где обитает чудовище из его романа. Другой автор фантастических романов, Жюль Верн, тоже развивал действие в этом районе. Именно здесь любил жить нелюдимый капитан Немо. В 1992 году хорватский инженер и исследователь Hrvoje Lukatila решил определить самую отдаленную и недоступную для людей точку земного шара. Согласно его расчетам, получилось 48 градусов, 52 минуты южной широты и 123 градуса, 23 минуты западной долготы. Довольно близко к логову Ктулху. Но инженер оказался поклонником другого писателя, Жюля Верна. Поэтому решил назвать это место точка Немо. Океаническая точка недоступности – это место, где чудо космических путешествий сталкивается с суровой реальностью. Они должны вернуться домой. Единственное, что дно океана весьма походит на ту среду, которую им пришлось покинуть. Космические станции, спутники, ставшие искривленными кусками металла, погружаются в холодную пучину другого космоса. Вот такими у нас получились 10 тайн мира, о которых боятся рассказывать. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.